Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своим уходом за волосами. Это мое открытие. И кто бы мог подумать, что это? Это Pantene Pro-V. Если честно, я долгое время не пользовалась им. Наверное, лет 8. Не знаю, что случилось. В общем, как-то мне показалось, что он мне не нравится. И я стала его избегать. С наступлением зимы мои волосы стали себя чувствовать отвратительно. И я начала искать варианты, что с ними можно сделать. И тут я наткнулась на них. Думаю, почему я столько лет им не пользуюсь? Думаю, нужно попробовать. Почему бы и нет? В общем, смела все, что было. У меня это шампунь. Это бальзам-ополаскиватель. Я не могу останавливаться. Это маска. И это еще не все. Это такая сыворотка для секущихся кончиков. В общем, хватанула всю серию. И знаете, я пожалела, что я несколько лет не пользовалась им, что я столько упустила в своей жизни практически. В последнее время у меня вообще какая-то беда была с шампунем. Мне практически никакие не подходили, не промывали волосы. Кончики начинали жутко сечься. В общем, было что-то страшное. Буквально, чтобы подобрать шампунь какой-то, это был прям-таки подвиг. Подошел идеально. Отлично. Давайте, наверное, по каждому, да, пробежимся. Шампунь, если честно, мне, наверное, его уже вот столечко осталось. Это моя любовь. Плюсы. Во-первых, его не нужно нигде заказывать. Ждать по несколько там дней, недели доставку из интернет-магазина. Его можно найти, да, абсолютно на любой полочке ближайшего магазина. Для меня, это такой весомый плюс. Второй плюс, он бюджетный. И третий плюс, он великолепно работает. Хотя вот этот плюс надо было, наверное, первым говорить. Отлично смывается, что для меня немаловажно. А волосы после него мягкие, рассыпчатые. А в приятном смысле этого слова такие пушистые, но они легкие. То есть великолепно. Им я пользовалась периодически даже без бальзама и без маски. Волосы были великолепные. Обязательно буду повторять. Чего я вам рекомендую, кстати. Следующее. Это бальзам-ополаскиватель. Его у меня тут побольше. Расход у него очень-очень маленький. Вот здесь у меня здоровая бадья на 400 мл. И ее, наверное, у меня вот так вот израсходовано. Хотя я, шампунь без бальзама, мыло. Раза 3-4, наверное, всего. В основном я все же сейчас борюсь за свои волосы и все же стараюсь пользоваться масками, бальзамами, в общем, всеми прелестями современной косметологии, да, если это можно назвать. В общем, отличные волосы после бальзама. Они великолепно расчесываются. Он их чудесным образом распутывает. Кончики выглядят действительно живыми. После бальзама они становятся мягче, они не выглядят сухими, какими-то безжизненными, ломкими. Кончики действительно становятся лучше. Бальзам – это тоже моя любовь. И думаю, что как только он мне закончится, я его с удовольствием повторю. Следующее – это маска. Конечно, она заявляет, останавливает за 2 минуты, повреждение за 2 месяца. Здесь, наверное, немножечко поспорил. С первого применения, естественно, да, там, если у вас убитые волосы, вы там нанесли маску, смыли через 2 минуты, и вау, у вас там локоны. Естественно, чуда не будет, но... Как же эта линейка вкусно. Кстати, забыла сказать... Чаще всего у меня сейчас рука тянется к этой линейке еще и потому, что она великолепно пахнет. Я часто грешу тем, что мою голову и ложусь спать недосушенной головой. Но мне безумно нравится, что моя подушка пахнет теперь вот этой линейкой. Я прямо сюда так утыкаюсь порой и нюхаю, лежу, балдею. В общем, запах обалденный.
Маска, как я уже говорила, да, за раз чудо не сделает, убитые волосы за раз не восстановит, но она действительно великолепно работает, если ей пользоваться, да. А я ей, знаете, наверное, буквально через два пользуюсь, потому что, ну, волосы, как я говорила, у меня были не в очень хорошем состоянии. Да, как, наверное, сейчас можно видеть, волосы у меня находятся вполне себе в хорошем состоянии, они у меня выглядят намного лучше, как мне кажется, намного живее кончики, как видите, они живые, по-моему, результат налицо. В общем, маска это тоже безумно довольна, она работает, но она... Вам придется ее поделать немножечко чаще, чем обещает производитель. Но я думаю, глупо ожидать чуда за 2 минуты. В общем, как только она мне закончится, обязательно ее повторю. И она мне теперь всегда будет в заначке лежать. И последнее средство – это сыворотка мгновенное восстановление секущихся кончиков. Это уже несмываемый уход. То, чем я пользуюсь после того, как снимаю полотенце с волос. И на еще такие влажные волосы я всегда наношу вот эту сыворотку. Расход у нее просто, ну, сказать минимальный, это, наверное, ничего не сказать. То есть одного нажатия достаточно на все мои вот волосы. То есть не хватает на кончики, и остается еще часть какая-то разнести, да, вот, ну, по всей длине. Посеченные кончики, конечно, он мне никуда не убрал, но они стали выглядеть лучше, они стали менее заметны. И мне кажется, что новых посеченных кончиков становится у меня все меньше и меньше. Что эта штучка мне тоже нравится, обязательно буду повторять. В общем, замечательная линейка, с удовольствием буду ей пользоваться и чего и вам желаю. В общем, действительно могу рекомендовать. А если понравилось и вам, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Всем пока-пока. Потому что, ну, она мне нравится. Ну, а что, да? Да.